Бодрого завтрака, ребята! Елисеев Михаил на связи с вами и мой канал Компас Инвестиций. Подписываемся на канал, у нас уже более чем 127 тысяч подписчиков. Ребята, сегодня я для вас подготовил заработок без вложений. Несколько сайтов, на которых можно реально поднять деньги. 1-2 бакса в час абсолютно реально. Если вы выберете все ролики без вложений на моем канале, если вы соберете их в кучу 50 проектов, 50 сайтов без вложений, и будете собирать с них, если вы выберете те, которые вам нравятся, 10-20 сайтов, с которых оптимально выводить, чтобы давали наиболее чаще, наиболее больший шум, тогда для вас гарантирован будет заработок 1-бакса в час. Не вставая утром рано, не ходя на работу, паша на дядю, да, стоя, значит, в бесконечных пробках, в холоде, просыпаетесь рано утром, одеваете халат, берете чашку кофе и начинаете работать в любое время. Готовы? Тогда помчали. Первый видосик, проект, который сегодня будет на моем канале, это GryphinTech. Заработок на опросах. Сайт на каком-то европейском языке, насколько я понимаю, на польском, может быть, а может быть и нет. Но, слава богу, в Chrome есть переводчик на русский язык. Что же здесь нужно делать, чтобы начать зарабатывать? Ребята, здесь в основном только Германия и США может зарабатывать. Регистрация простейшая, пользуйтесь переводчиком и все у вас получится. Там вводите логин, пароль несколько раз, потом вводите ваш город, как вас зовут. Отвечаете на простые вопросы, капча, и активируете аккаунт. Далее, смотрите, допустим, данный опрос дает нам целых 1,5 евро. Можно отвечать один раз 24 часа, но имейте в виду, что для страны Германия, вот эта страна не знаю какая, но у меня почему-то не удалось пройти здесь опрос. Далее, смотрим, допустим, Соединенные Штаты. Как же обойти данное ограничение? Идете в Google Маркете, ставите себе любой проксификатор, любой VPN, допустим, такой как BrowSec, просто вбейте в Google, и у вас смена IP будет возможна. Просто вот так выбираете United States, бесплатный VPN, все, вы сидите через США. Не забудьте перезайти на этот сайт со своим аккаунтом и начать опрос для Соединенных Штатов, к примеру. Если у вас есть немецкий сайт, немецкий, точнее, VPN, то без проблем вы сможете и немецкие опросы проходить. Идет у нас обратный отчет, мы должны дождаться, когда он будет закончен. После этого нам предложат пройти 12 вопросов. Там нужно будет от балды выбрать ответы, которые вам кажутся соответствуют этому видеоролику, который показывается здесь, в рекламируемом продукте. Ребята, абсолютно что угодно выбираете, и вы в конце опроса получаете обещанный 1,5 евро. Вот так они, в принципе, все и выглядят в натуре, да? Ну и теперь перейдем, наверное, к выводу самому интересному. У меня есть 8 евро. Ребят, чтобы здесь вывести, давайте перейдем на русский язык. При переходе в раздел «Финансы» мы видим на счету 8 евро, и вот эта информация актуальна. Минималка здесь 200 евро, но набрать их будет, я думаю, что легко, с учетом такого достаточно хорошего бабла по оплате. В общем, ребят, ссылка будет в описании, а мы идем на другой сайт без вложений. И следующий сайт, суперэкран от легендарного админа, друзья. Здесь можно зарабатывать офигенное количество сатоши. Ну, кран раньше платил, потом перестал платить. Сейчас опять он актуален, потому что курс биткоина не такой большой. И, соответственно, админ стал платить достаточно большое количество сатош. Не тратим свое драгоценное время, просто просиживание за компом, а собираем, потому что потом эти сатоши станут реально золотыми. Как же здесь собирать, ребята? Ссылка будет в описании, зарегайтесь, и у нас тут есть два заработка. Два всего лишь раздела, где можно поднимать бабло. Это Links и Futures. Давайте перейду в Links и покажу. Итак, тут присутствует вот эти количество сатош, но это на первый взгляд. На самом деле, делите это на 10 и получите, сколько просмотрев, вы получите сатоши. 20, 30, есть и по 400. Вот какие жирнющие здесь куски сатоши. Давайте, пожалуй, посмотрим вот этот за 200. Откроем его. Так, здесь мы нажимаем «Отказаться», здесь мы нажимаем «Я не робот» и ждем. Так, давайте нажмем «Got it».
Далее у нас появляется кнопка «Click here to continue», то есть нажми сюда, чтобы продолжить. Ожидаем это количество секунд. Нажимаем на кнопку «Get link». Congratulations, мы собрали 200 токенов или 200 сатоши, друзья. Они нам падают сюда. Не забывайте, что нужно указать wallet addresses. При указании вашего кошелечка, на который вы будете менять данные токены, они здесь у вас пропадают. Допустим, если вы будете менять на BTC, где у нас тут BTC, это есть BTX, они тут, по-моему, называются. Нажимаете кнопку Save, здесь пропадают у вас, но на самом деле присваивается, и вы можете обменять ваши токены уже на ту валюту, которая здесь у вас присутствует. Допустим, мы нажмем кнопку Withdraw, и мы видим, что вот курс, и вот сколько мы получим при обмене нашей 1500. Нажимаем обменять, все, наши деньги будут обменены. Не забывайте, что вывод занимает порядка 48 часов. Также здесь нам говорят, что один раз в сутки можно всего лишь выводить бабки. Есть раздел «Фьючерс». Можно также посмотреть, но не так уж и много платят. Здесь всего 100 сатоши. В разделе «Линк» просто десятки реклам по 20, 30, 40 и иногда по 50 сатоши. В этом разделе у нас идет обратный отчет при открытии сайта. Мы должны дождаться, и тогда нам будет зачислены деньги, друзья. Остается 0 секунд, done, то есть закончено. Если пропадает у нас счетчик, просто поднимаем курсор вверх, нажимаем claim reward. Все, мы заработали 100 токенов, нас с этим поздравляют. 1600, ну или 160 сатоши. Офигенный сайт, ребята, рекомендую, ссылка в описании. И следующий сайт OneClicks. Ребята, классический интерфейс букса, на котором можно поднять баблишко. Регистрация простейшая, но не буду ее показывать. Как же здесь зарабатывать? Присутствует здесь просмотр ссылок, просмотр баннеров, выполнение заданий, серфинг и так далее. Давайте уж перейдем к заработку. И раздел «Заработок» для нас доступен. Нажимаем сюда. К примеру, вот этот заработок, вот этот просмотр даст нам целый 3 с четвертью копейки, рубля точнее. Точнее, в общем, копейки с рублями. 3 копеечки и еще чуть-чуть. Ждем, пока у нас протикают часики вот эти. И после этого нам дадут обещанные 3 копейки. Ждем. Здесь считаем, сколько у нас звездочек. 1, 2, 3, 4. Указываем 4. Нажимаем перейти. Все, мы перешли. Деньги нам должны начислиться. Еще один проход, еще один просмотр. Отлично, деньги падают, и мы зарабатываем копеечку. В общем, ребята, ссылочка будет в описании на данный сайт. Кстати, присутствует здесь и реферальная программа. Можно взять свою реферальную ссылку в разделе «Мои партнеры», а также купить рефералов. Но нужно понимать, что вам нужно заплатить за это 25 рублей. То есть, вот тут есть необходимые условия. Вы будете рефеводом для тех рефералов, которые рефуются или регаются без пригласителя. До тех моментов, пока вот вы не... кто-то другой не станет на ваше место и не купит также это место, друзья. В общем, ссылка на OneClicks будет в описании. Ребята, рекомендую данный проект. Идем дальше. Следующий сайт бонусов, ребята, представлен в таком стиле 2000-х годов. Но ничего, главное, чтобы он бабосики нам платил. Как же здесь зарабатывать? Итак, здесь собирайте бонусы, меняйте их на рубли. А каждый бонус делите на 100 и получите количество рублей. Итак, ссылка будет в описании. Перейдем в мой кабинет. Давайте нажмем на главное. Так, не сюда. В аккаунт и посмотрим, что у нас тут есть. Итак, у меня сейчас есть 27 монет. Пока ничего не выводил. Есть ревка 3 уровня. Также есть реферальная ссылка. И есть заработок, ребята. Нажмем серфинг. Представлен несколько способов серфинга. Допустим, за это мы получим 3,84 бонуса. И нам нужно посмотреть 20 секунд. Давайте же просмотрим, нажмав на эту ссылку. Итак, ждем вот эти 20 секунд, которые у нас должны оттикать. Так, остается 1 секунда. Мы выбираем, сколько здесь есть звездочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жмем на 6. Спасибо, нам дали это количество бонусов. Возвращаемся обратно, и мы видим наш баланс, ребят. Как же здесь обменять? Как же здесь начать уже выплачивать бабки? На балансе видим 31.12, да? Это будет 31 копейка.
нажимаем заказать выплату. Минимальная выплата, кстати, 1 рубль. Ребят, а вывод здесь на Payeer в разделе настройки. Устанавливаете ваш Payeer кошелек, устанавливаете ваш платежный пароль. Если вы его не знаете, нажимаете на помнить платежный пароль. Все, ребята, от 1 рублика, от 1 рубчанского вам прилетит на ваш Payeer кошелек при запросе. В общем, ссылка будет в описании, а мы идем дальше. Следующий сайт IPWeb. Ребята, очень интересный сайт для серфинга, для чтения писем, в общем, для заработка без вложений. Присутствует серфинг обычный, 0,065 рублей, и чтение писем. Есть, кстати, одно письмо, давайте глянем. Моментальная выплата, и нам платят неплохие такие денежки. Читаем. Вы уже получили оплату за прочтение этого письма, отлично. Далее. Заработок с помощью серфинга. Посмотрим, что есть. Целых 6 копеек с половиной платят. К сожалению, пока нет, но есть с помощью программы IPWebSurf. Скачивайте эту программу. Она, кстати, присутствует и на Google Play, то есть для мобильных телефонов. И будете на автомате смотреть, зарабатывать. И там серфинга будет намного больше. Статистика. Видим, сколько рублей было выплачено вообще. Сколько регистраций. И это за сегодня, друзья, ребят. Не знаю, реальная статистика или нет. За сегодня достаточно большая сумма для вообще всего сайта. Ну, посмотрим, какая у них стата. Если большое количество посещений, а здесь почти что 1,5 миллиона посетителей ежемесячно. Присутствует реферальная программа, есть реферальная ссылка. Ее распространяйте вашим друзьям и зарабатывайте на целых 6 уровней в глубину. А зарабатываете вы здесь целых 7%, если кто-то посмотрел. Прям сам сайт вам будет дарить от этого человечка. Не будет он его обделять, не будет он драть денежки из его кармана, а будет дарить вам от щедроты душевной вот эти 7%. Но если он кого-то пригласил, то вы получаете уже на нижнем уровне, то есть 2-6, 2% от заработка ниже стоящих. Вывод здесь присутствует в соответствующем разделе «Вывести рубли». Пока ничего не выводил, имейте в виду, что минималка здесь самая такая мелкая. Это 3 рубля, и она только на WebMoney рублевый и баксовые кошелечки. Остальные это Яндекс.Деньги, Kiwi, Payeer, Perfect и Advanced минимум десятка. Поэтому советую зарегать WebMoney, разобраться, там не так уж и сложно. У меня он уже есть с 2015 года. И выводить, когда при реге вы указывали его именно на WebMoney. Ребята, ссылка будет в описании, а мы идем дальше. О боже, что это? Зомби-гейм, ребята, это такая экономическая игра. Но сразу хочу сказать, здесь возможен заработок. Да-да, вы не ошиблись, именно без вложений. А сразу хочу сказать, что много экономических игр просто не дотягивают до выплат. То есть ты вложил копеечку и все потерял, полностью слил бюджет. Поэтому не вздумайте сюда вкладывать ни копейки и только пользуйтесь возможностями данного сайта. Они здесь есть, чтобы поднимать бабки без вложений. Итак, ссылка будет в описании. Покажу, как же здесь срубить звонких пиастров, просто зарабатывая на серфинге сайта. Переходим в одноименный раздел серфинг сайтов. И мы видим, что здесь есть вот это количество просмотров, которые еще можно смотреть и зарабатывать. 40 секунд, 30 секунд, 20 секунд и так далее. И нам будет платить вот это копеечки. Пускай небольшие, но подборка таких сайтов даст вам возможность поднять деньги. Допустим, вот этот просмотр, который мы получим 2 копейки. Нажимаем сюда, ждем, когда у нас прогрузится данный сайт и когда у нас таймер дойдет до нуля. Таймер на нуле. Итак, нажимаем вход в аккаунт. Я не знаю, почему-то меня перебросило здесь в зомби-гейм. Давайте еще раз просмотрим вот этот. Или бывает такая капча. Допустим, 6 минус 2, это 4. Выбираем четверку. Спасибо за посещение. Плата за просмотр зачислена нам в кабинет. Также здесь присутствует добавить сайт, серфинг. Если вы хотите найти себе рефералов в какой-то определенный проект, вы можете либо вложить сюда деньги, но я советую этого не делать, либо использовать заработанные без вложений деньги на рекламу вашего проекта, допустим, здесь. Указывайте все данные, заголовок. Ссылку реферальную выбирайте тариф. Зависит от тарифа, сколько вы будете тратить на рекламу. Ставим птичку. Нажимаем добавить сайт серфинг. И наверняка кто-нибудь из рефералов, просмотревшись, не только рефералов, но обычных пользователей данного сайта, заглянут, чтобы просмотреть через серфинг ваш сайт и заинтересуются и
вполне возможно, инвестируют деньги, став вашим рефералом. Реферальная программа здесь присутствует. Если хотите себе найти рефералов, то можете нажать список рефералов, посмотреть их здесь. Также в партнерской программе есть ваша реферальная ссылка. Если мы нажмем «Заказать выплату», то есть заказ выплаты именно на Payeer. Комиссия будет 1% и минимальная сумма составит целых 10 рублей, друзья. Нужно ввести сумму и платежный пароль. Ребята, все ссылки на данные проекты будут в описании. Не забывайте, что в данные проекты нужно только деньгами, ну, нулевыми заходить. То есть вообще ничего не вкладывать, ребята, ни копейки, так как большинство игр, большинство буксов, если вы в них что-то вложите, могут легко соскамиться. Это было очень часто. Не поддавайтесь такому вот жадности, да, такому желанию обогатиться сейчас. Это не прокатит. Выбирайте из всех предложенных на моем канале хорошие проекты. Лучше их пускай будет 10, на которых вы будете зарабатывать 1-2 бакса в час. И тогда вы сможете не ходить на работу, забить болт на дядю и поднимать баксы в интернете, друзья. Если хотите больше годных роликов по безвложений, а также обучающих роликов по инвестициям, торговле, криптовалютой, обзоров биткоина и других альтов, тогда подписывайтесь на канал, давите жирный класс этому видео, и добре будет с вами профи, друзья. Пока-пока.